Действия происходят в далеком 2072 году. Технологии будущего позволяют богатым людям забыть про игровые консоли, что позволяет полностью интегрировать человека вместе с физическим телом в виртуальный мир. Дорогие участники, я рад приветствовать вас на шоу The Other Side of the Screen. Правила просты. В игре участвуют 5 игроков. Каждый из вас вытягивает по одному картриджу, которые несут в себе определенную локацию и свои испытания. Кому-то из вас попадется бонус, с которым вам будет проще пройти игру. Это огнестрельное оружие. Должен предупредить, несмотря на то, что вы будете находиться в виртуальной реальности, вы можете погибнуть по-настоящему. По ту сторону экрана вас ждут отвратительные монстры и жуткая атмосфера. Для того, чтобы пройти игру, вам нужно найти выход. Дверь, которая особым образом отличается от остальных. Одному игроку дается только одна жизнь. Сохранений в игре нет, так что нужно быть предельно осторожным и внимательным, чтобы выжить. Приз составляет 1 миллиард кредитов. Посмотрим, сколько игроков сможет разделить этот денежный приз. Итак, игра начинается. Винсент Бейкер, 29 лет. Этого игрока суд приговорил к лишению свободы на 5 лет. Он утверждает, что преступления не совершал и его подставили. Но все доказательства идут против него. Винсент считает, что выиграть в этом шоу деньги и получить за них свободу – это его единственный выход.